Всем доброго дня, кто зашел ко мне на канал. Зовут меня Валентина, и сегодня мы будем готовить необычно вкусные крылышки в маринаде. Очень простой рецепт, но очень вкусный. И будем мы готовить в новой посуде. В магазине была акция в Магните «Форма семейного счастья». Она была с 5 сентября по 29 января включительно этого года. Посуда керамическая «Вива». Вот такая вот, в такой вот коробке. Я приобрела себе вот за 100 наклеек, плюс 99 там рублей, цена квадратную форму для запекания. Мы сейчас в ней, в этой формочке, я ее достану. Вот эта форма, она, видите, квадратная. Квадратная форма для запекания, 27 сантиметров. Где-то она, вот здесь вот объем на 1,5 литра. В этой вот формочке мы сегодня будем в духовке запекать наши крылышки. По моему рецепту, я думаю, должно получиться вкусно. Давайте готовим такой маринад. Нужно нам обязательно перец красный, молотый, паприка красная. Будет у меня домашний соус. Вы можете свой соус. У меня вот домашний прекрасный соус. Буду замачивать в нем майонез. И соус вот такой вот обычный классический. Обрезаем вот эти ненужные кончики этих крылышек. Так. Здесь, чтобы хорошо пропитался маринад, можно или накалывать ножиком вот так вот кожу вот эту, чтобы пропитался хорошо наш маринад, или же можно делать простые обычные такие вот надрезики. Можно крест-накрест делать, кто как может. Вот, может прокалывать иголочкой, шилом, ножиком, без проблем. Но чтобы вот эта кожица немножко пропитывалась хорошо нашим маринадом. Делаем простой и очень вкусный маринад. Берем столовую ложку, можно с горкой майонеза. Соус ложка с горочкой можно. Ножки. Все. Перемешаем. Перемешали. Добавляем соус. В этом соусе все есть. И перчик есть, и чесночок. Все, это домашний соус. Мы его добавляем соль по вкусу. Добавляем 2 зубчика буквально чесночка. Будет вкуснее. Ну, это по желанию. Перемешиваем. Все тщательно перемешаем. Вот. Специи вы можете добавлять по своему вкусу. У меня есть замороженный здесь, вот, как видите, хорошенький такой укропчик. Я просто его здесь сюда посыплю. Вот. Будет вкуснее, но даже и красивее. Вот тоже посыплю. Все перемешаем. Закроем пищевой пленочкой и оставим буквально на 30-40 минут. Пусть маринуется. Бока все пройдем вот так. Полностью маслицем. Кто любит, как вот мы, на овощной подушке крылышки, можете сделать по моему рецепту. Кто нет, можете просто класть именно в формочку одни крылышки. Мы делаем так. Я беру, у меня помидор нет свежих, у меня есть замороженные. И я вот так раскладываю томаты. Мы очень любим такое. Посыпаем морковку, посыпаем морковочкой. Все, наша подушка готова. Вот осталось только разложить нам крылышки. Прошло у нас 40 минут, наши крылышки готовы, и мы будем сейчас раскладывать и выпекать при 180 градусов на 30-40 минут. Но вы смотрите сами, у кого какая духовка. Будем раскладывать наши крылышки на вот эту подушку. Вот в эту формочку, буквально вот на 1,5 литра, у меня ушло почти 850 грамм крылышек. Ставим в духовку на 180 градусов. У меня духовка может 30 минут, а у кого-то 40. Поэтому смотрите сами, у кого. 35 минут хватило нам для того, чтобы наши были готовы крылышки.
Вот, смотрите. Ну вот наши крылышки. Сейчас мы посмотрим нашу керамическую форму. Не подгорело ли, все ли хорошо. Буквально вот или с этого. Нет, никакой не подгорело. Как видите, вот подушка дала немножко сок. Они очень даже сочно выглядят, наши крылышки. Вот, так что форма нас не подвела. Сейчас мы... Так. Крылышко.